Приветствую вас. Хотел бы, наверное, сразу вас так предупредить, что, скорее всего, мой ответ вам не понравится, потому что то, что я скажу, наверняка идет вразрез с тем, что вы считаете правильным, тем, что вы считаете верным, тем, что вы считаете важным, вот, но тем не менее. Видите ли, у вас присутствует идеализация вашего мужа. То есть, вы идеализируете своего мужа, говорите, что мой прекрасный муж, вот он такой, наверное, хороший, он такой, наверное, идеальный, пока не встретится с другом, вот, пока не выпьет, точнее. Он такой, прямо, хороший ваш муж. Но он хороший, зачем? Собственно говоря, хороший он, по идее, тем, что подходит вам. Хорошо. Ваш муж хороший тем, что подходит хорошо вам. Когда же он начинает вести себя как-то иначе, как, например, его друг, вы говорите, что это низко, что это мерзко и так далее. Тем самым, как бы возвышая себя и над другом мужа, и над самим мужем. То есть, нет, так-то он вам подходит. Но стоит вашему мужу немножко отпустить повода, стоит вашему мужу предаться вот этой вот детской позиции, включить немножко инфантильно, и он тут же перестает быть для вас тем самым прекрасным мужем, каким вы его считаете. То есть, не признаете вы такого вот неправильного поведения. Вместе с тем, ваш муж не принимает и не понимает того, что этот друг, каким бы он там ни был, как бы там не шутил, как бы он себя не вел, он нужен ему. Мужчине нужен такой человек. Потому что этот человек при всей своей вульгарности, при всей своей низости, при всем своем плохом отношении к мужу, позволяет ему быть, конечно, не собой. Я не думаю, что здесь ваш муж является собой, то есть я не думаю, что он и с вами является собой, я не думаю, что он с другом является собой, просто как бы с вами он является тем, кем он считает должен быть, а с другом он является тем, кем он хочет быть, при этом как бы все оба эти состояния, они берутся в абсолюте практически. То есть, и с вами у него идет перекос в правильность, в прекрасность, и с другом у него идет перекос в неправильность. То есть, тут как бы и то, ну, не является конструктивным поведением. Вы сравниваете своего мужа с собой или себя со своим мужем,
говоря, что вот, у меня нет совсем подруг, и мне комфортно. Верю, что вам комфортно. Только как вы развлекаетесь? Только от чего получаете удовольствие? Только как часто вы находитесь в детском состоянии? Как часто вы слушаете свои импульсы, свои чувства, язык своего тела и так далее? Судя по тому, что вы пишете, очень нечасто. Либо ваши родители были строгими очень, и вербально, либо невербально запрещали вам что-то делать в детстве, либо родители были наоборот слишком нестрогими, что вызвало у вас как бы реактивное поведение в виде антисценария. Здесь. Что, собственно, привело к тому, что вы относитесь к некоторым вещам как к чему-то вульгарному и как к чему-то, ну, несерьезному, да, то есть с позиции родителя, опять же. То, что у вас нет подруг, это тревожный знак, потому что подруги нужны, друзья нужны, потому что с ними, с друзьями, с подругами человек раскрывает себя как, ну, как определенная личность, да, то есть раскрывается определенный аспект человеческой личности, вот. Тот факт, что вы этого не делаете, объединяет вас. Не делаете, вы как раз таки, видимо, потому что просто родительская позиция ваша, она стоит на пути спонтанного поведения. Хотя я повторюсь, скорее всего, вы со мной не согласитесь, скорее всего, вам не понравится то, что я говорю. Вот, но это уже деталь. Вы пишете, что может подталкивать 30-летнего успешного умного мужчину на дружбу с человеком абсолютной противоположностью. Именно это самое противоположность. Мужчине нравится быть человеком, который абсолютно не похож на него, и нравится забирать у него немножечко тех качеств, которых ему не хватает, вашему мужчине. То есть ваш мужчина — это такой образ правильного человека, ну как вы, вот как вы стараетесь быть правильным, и мужчина ваш тоже правильным хочет быть. Ну вот. А чувства, да, себе отдают, вот. И хочется вот такого вот поведения, хочется такого вот общения, такого общения хочется, потому что оно, по-видимому, вашему мужу, ну, представляется на подсознательном уровне более искренним. Вот. Это не всегда. Не всегда так. Не всегда так бывает. Но как бы ему это нужно. Дальше. Значит. Видится редко, но этот друг, вот видите, да, вы как бы друга помещаете здесь в кавычках, намекая, что он не друг вашему мужу. Это оценка. То есть вы оцениваете чужого друга, да, то есть, ну, не вашего друга. Вы берете оценивать как бы выбор мужчины. Потому что они общаются где-то, как бы тут отношения у них больше длительнее, чем у вас.
Так, друг его прилюдно постоянно высмеивает, ведет себя вульгарно и мерзко. Опять же, это оценка. Да, что-то высмеивает, конечно, это не оценка, но опять же. Знаете, какая история? Чтобы было понятно. Человек, о котором вы пишете, друг вашего мужа. Другом, конечно, в прямом смысле этого слова не является для вашего мужа. Потому что я боюсь, что ваш муж, так же как и вы, друзья, не может иметь. Но этот человек выполняет важную функцию. Он позволяет мужу вашему отреагировать свои желания. Без этого человека вашему мужу было бы гораздо хуже жить. У него бы начались болезни, возможно, он бы, в общем, хуже ему было бы. Гораздо. При этом я, в общем-то, не жду, что вы мне поверите, да, опять же. Но, тем не менее, понятно, что, возможно, там другие причины есть еще. То есть, понятно, что, может быть, причины, они вообще там совсем в другом, да, причины могут быть там разные абсолютно, причины могут быть там... вытекают из жизни вашего мужчины, как бы. Но ему это нужно. Дальше, значит, так. Самое интересное, что после встречи с ним мой муж плюется, как ему было находиться с этим другом некомфортно, как он глупый и прочее. Здесь у нас выступает та самая родительская позиция, которая есть у вас. Вы со своим мужем сошлись по причине, видимо, такого вот сильного родителя. То есть совпадение сильного родителя у вас, сильного родительского эго-состояния. Должен, надо, правильно и так далее. Только у вас родитель более интегрирован в... личность, ваш родитель. А родитель мужа вашего в силу того, что, ну, в силу того, что мужчина, интегрирован не так сильно. Ну и плюс, дружба мужская, она все-таки тут тоже сыграла свою роль, то есть, если бы не друг, то мужчина... вероятно, уже был бы полностью поглощен своим родителям. А так это ему позволяет еще помнить о, не только о родительском, но и о детском эго-состоянии. Вот. Дальше. Самое для меня удивительное, что мой прекрасный муж, это вот прям резануло, мой прекрасный муж. А выпив с этим товарищем, начинает смеяться над его низкими шуточками и, в принципе, копирует поведение при нем, матерится через слово и прочее. И вам это, видимо, не нравится. Потому что ваш муж, который прекрасный, который идеально так вести себя не должен. Потому что шуточки, опять же, как бы, поймите правильно. Ничего хорошего в этих шуточках, безусловно, нет. И друг вашего мужа, если так подумать, человек, ну, глубоко не самый, далеко не самый счастливый. То есть не от хорошей жизни, как бы люди, да, вот прилюдно высмеивают там других людей, шутят и прочее, не от хорошей жизни. Вот. Я не знаю, поверьте вы мне или нет, но не от хорошей жизни он это делает.
То есть, как бы эти шуточки, это, конечно, не то, как себя нужно вести. И это не эталон дружбы, то, собственно говоря. Все так. Но, еще раз повторяю, вашему мужу это нужно. Особенно вот, ну, как вот, если вот, да, вас как пару, то вы и вот, то, как вы его воспринимаете, да, как вы говорите, что вот он мой прекрасный муж и так далее, то как бы есть какое-то ожидание от него, ну, ожидание от него поведения какого-то, да, но вот он это чувствует, он это знает, вот, и вроде бы это совпадает с тем, что он-то сам хочет, вроде бы это совпадает с тем, что ему нужно самому. Вот. Но все-таки хочется расслабиться. Расслабление, как правило, происходит вот так. Вот. И есть вопрос, наверное, о вашем отношении к этому. То есть вам бы перестали бы в этом участвовать. Просто. Вам бы перестать взаимодействовать с этим другом. Мужем. Если, ну, он вам не нравится, ну, не взаимодействуйте с ним. Ну, представьте мужу просто, ну, как бы, ну, это вот его такая, ну, слабость. Вот. А вот если вы эту слабость принять не готовы, это уже интересный момент. Просто это вопрос о том, ну, насколько вы своего мужа принимаете. Таким, как он есть. На следующий день опять по новой страдает. Как же плохо, что нет его окружения таких же прекрасных, мол, как он. Ну, надо сказать, что это психологическая игра такая. То есть я специально сделаю себе, я сделаю специально что-то плохое, априори что-то запретное. Чтобы себя обвинить, например. Я специально сделаю что-то плохое, что-то запретное, чтобы себя обвинить. Мне нужно себя об чем-то обвинить. Только так я получаю то, что мне нужно. Это обвиняя себя, я получаю то, что хочу. Вот. К сожалению. Вот тоже такой момент. Для чего обвинение? И какую функцию выполняет обвинение? Что оно дает вашему мужу? Ну, так сказать нельзя. Вот у меня, например, пишете вы, так сложилось, что подруг нет, и мне абсолютно комфортно. А почему вы сравниваете себя с мужем? А муж то ли общается лишь бы с кем, лишь бы развеяться, то ли сам такой же, только передо мной маску надевать. Не пойму, а зачем понимать? Зачем? Какую роль это играет? Ну, общается лишь бы с кем, лишь бы развеяться. Ну, это его выбор. А подумайте, а почему он нуждается в том, чтобы развеяться? Для чего ему развеяться? Вот, значит, но опять же, вы пишете, вот, что может подталкивать взрослого человека на общение с людьми, которые ему неприятны. Ну, понимаете, во-первых, кто эти люди? То есть вы как бы назвали одного человека, да, пока что. А вот, вы назвали одного человека. И как бы один человек это не показатель. Это первое. Второе. Значит, если что-то кому-то неприятно, вот именно неприятно, то антипатия такая, она тоже неспроста. А антипатия — это
подавленное отношение какое-то. То есть либо неотреагированное чувство и действие защиты от чего-то негативного, либо это подавляемое, вытесняемое желание. Здесь, конечно, нужно выяснять, о чем конкретно идет речь, но, как правило, работает именно так. Вот, ну и тег ваш, ну вы пишете, семейные отношения, конечно, улыбнул, потому что, ну, я не знаю, но семейные отношения, здесь просто не, просто здесь, о семейных отношениях, как бы, речь не идет. Или если идет, то совсем отчасти, здесь скорее самопознание и развитие, вот. На мой взгляд, по крайней мере. Семейные отношения все-таки немножко другое. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.